футбольные команды «Сахпоселок» и «Зенит» сразились за звание «Лучшие на Сахзаводе». Матч прошел в рамках Кубка главы администрации. Ребята тренировались порознь, и это сразу сказалось на игре. «Зенит» оказался не готов к напору более подготовленных соперников. В первом тайме счет голов перевалил за 10. В каждой команде есть 1-2 игрока, которые по своему возрасту, то есть я смотрю как более-менее специалист, по своему возрасту они где-то уже тенденция роста у них в движениях как бы хорошая. То есть понятно, что все другие там детишки, как бы кто-то слабее, кто-то сильнее, но выделяются особые, грубо говоря. Капитан Сахпоселка не раз участвовал в футбольных баталиях с серьезными соперниками и грамотно организовал взаимодействие команды. Но при общем высоком уровне хорошую игру показывали даже новички. Самый младший футболист Сахпоселка Никита Бабенков еще в первом тайме забил 2 гола. Мы с друзьями часто сюда приходим в футбол играть. Ну, там капитан сказал, ну, типа, будет турнир. Ну, спросил нас, будем играть, мы ответили, да. Игроки «Зенита» тренировались в одном из дворов на улице Штабского, но, как оказалось, недостаточно усердно. Итоговый счет встречи 21-1 в пользу Сахпоселка. «Зенит» постарается извлечь уроки из поражения. Мы уже знали то, что мы уже не вытянем их. Но играли до конца. Да. Еще две встречи Кубка Евгения Коржа сегодня прошли на спортивной площадке 24-й уссурийской школы. «Ястреб» одолел «Экстремалов» со счетом 11-0. Встреча команд «Луч» и «Авангард-1» закончилась со счетом 7-1 в пользу «Луча».